Вот-вот закончится 20 век, и мы особенно внимательно вслушиваемся в ход часов, по несколько раз проверяем точность их хода, не подведут ли, и успеем ли мы со всеми надеждами ко встрече Нового года. В декабре 1900 года люди были также насторожены, что век грядущий им готовит. Также насторожены и также нетерпеливы, ведь будущее должно быть только светлым, и все увидят небо в алмазах. Увидят в Европе. Увидят в Америке. Гремычные там-тамы в Африке шаманствовали, приближая новый век. Азиатские слоны важно шли навстречу 20 веку. Открывала его для себя и сама Азия. Новогодние балы в самом разгаре. Новый год встречают Елисейские поля и кабаре «Мулен Руж» на Монмартре. Официанты в зоопарке. Такой наплыв посетителей бывает раз в 100 лет. А в России... зима в полном разгаре. На катках столпотворение. Столпотворение в магазинах. Все торопятся раскупить рождественские подарки. Самый ходовой товар – открытки. Рестораторы колдуют над меню. Встречи первого Рождества нового века готовится и государь-император с семьей. Его зовут Николай Александрович Романов. Рядом с ним долгожданный наследник престола, цесаревич Алексей. Ему хочется танцевать, но положение обязывает, и вслед за отцом он пробует матросскую похлебку. На палубе императорской яхты танцуют все 5 детей российского царя. Они еще беззаботны, им еще ничего не ведомо. И танцует двор, который тоже ничего еще не знает. Дети вечно торопятся, но надо подождать взрослых. Мир упоительно беззаботен, и так хочется купаться. Но, увы, нельзя. Строгий дядька следит, чтобы, не дай Господи. Мальчик очень болен. Мы забежали немного вперед.
Только в новом веке у императора родится долгожданный наследник. Впрочем, до нового века остались считанные дни. Его провозвестники, первые овьетки, взмывают в воздух. Проезжают первые километры в самодвижущиеся повозки. И они даже преодолевают препятствия. И под землей в Лондоне мчатся поезда метрополитена. А в России новый век встречают на 13 дней позже. Это разница во времени. Юлианский календарь отстает от календаря Григорианского на 13 дней. И кажется, что отставание российского календаря символично. Господствует ручной труд. И идет по полю сеятель. И тащится за ним лошадь-кормилица. Помещик выходит проверить, все ли хорошо у него в поместье. Бабы вяжут снопы. А в Англии поля обрабатывают мини-трактора. А в России бурлаки тянут баржи. Ручной труд в России стоил очень дешево. После работы домой, бараки и ночлежки, водозаборная колонка – центр мироздания. Запомните ее, мы к ней еще не раз вернемся. И очередь запомните, вот такую, за водкой. А это еврейское местечко на окраине империи. У них свое летоисчисление от сотворения мира. Евреи-изгои Российской империи, для них введена черта оседлости. Разница во времени. В 1861 году в Лондоне открылось метро, а в России отменили крепостное право. Однако есть и совпадение – социалистическое брожение в умах. Отцы-основоположники – Маркс, Энгельс, Каутский, Жорес. В России Плеханов, Мартов. Они активисты второго интернационала. Запомните лицо этого человека. Его зовут Владимир Ульянов. Он расколет второй интернационал и создаст третий, коммунистический. Европа переживет в 20 веке две мировые войны. И каждый раз будет вставать с колен и начинать все сызнова. В Лондоне и Риме, в Париже и в Вене. Германия. Это тема особого разговора. Ее опыт для нас поучителен. Год 1946 от Рождества Христова. Для Германии год нулевой. Нет камня на камне, одни развалины. И четыре зоны оккупации. Недалеко от Рейхстага посевная. На восстановленной верфи строится первый послевоенный немецкий корабль. Праздник в Баварии. Собран первый послевоенный урожай. Корабль продолжают строить. Разбивает бутылку шампанского. С конвейера Мерседеса сходят первые послевоенные грузовики.
и корабль Германии поплыл. А что же происходило в Советском Союзе, в государстве, созданном по лекалам Владимира Ульянова? И эта страна отстраивалась. Все больше машин. И приходили в себя люди. И росли дети, послевоенные поколения. Росли в бараках и балках, в рабочих поселках, стояли в очереди в туалет в коммуналке. Право оправиться надо еще выстоять. А пока не подошла очередь, можно сгонять в футбол. Их родители по выходным ходили на скудный, но спасительный базарчик. Он был палочкой-выручалочкой советской семьи. Стояли в очередях за хлебом. Пока одни стояли за хлебом, другие стирали белье, кто в реке, а кто дома, запавшись водой из колонки. Через 30 лет после окончания Второй мировой войны Германия стала процветающим европейским государством. А советский человек и в 70-е годы стоял все у той же колонки. У него были очень непритязательные, малогабаритные условия жизни. Пустые прилавки, мясо и масло по приглашениям. В каждом магазине можно было купить строго отмеренное количество хлеба и только невнятные консервы в свободной продаже. И как же был счастлив советский человек, когда после многочасовой очереди ему доставалась заветная пара импортной обуви. Талоны и приглашения, карточки и заказы. И очереди с тех самых еще времен. Так что же такое случилось с Россией? Почему в нашей стране время словно остановилось? Декорации изменялись, а обстоятельства жизни ни в какую. Ведь и войны прошли вместе. И в европейских странах у власти бывали социалисты. Так в чем же дело? Может быть, в том, что всякое учение должно ложиться на конкретную историческую почву? В 1894 году на российский престол взошел император Николай Александрович Романов. Его полный титул гласил: «Божию поспешествующей милостью император и самодержец Всероссийской, Московской, Киевской, Владимирской, Новгородской, царь Казанской, царь Астраханской, царь Польской, царь Сибирской, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинской, государь Псковской, великий князь Смоленской, Литовской, Волынской, Подольской и Финляндской, князь Истлянский, Лифлянский, Курлянский, Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных. Государь и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговской, Рязанской, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель. Государь Иверский, Карталинский, Кабардинские земли и области армянские. Черкасских и горских князей и иных наследных государь и обладатель.
государь туркестанский, наследник норвежский, герцог шлезвиг-гольштинский, старнмарнский, дитмарсенский и альденбургский и прочее, и прочее, и прочее. В полном титуле вся история собирания земель российских. Еще никто не знал, что этот невысокого роста молодой человек – последний российский император. Он был отнюдь не глупым человеком. Его идеи, высказанные в 1899 году при подготовке Гаагской конференции, положили начало и Лиге наций, и Организации Объединенных Наций. Мая 1896 года в среду в Москве народный праздник. Так и записано в церемониале священного коронования. Но случилась трагедия. Имя ей Ходынка. Погибло 1389 человек. Изувечено 1300. Кинохроники, конечно, нет, нет даже и фотографий. Ни одно следующее мероприятие, даже бал в Большом театре, не были отменены. Все должно идти по высочайше утвержденному распорядку. Через 10 лет у Зимнего дворца была расстреляна мирная депутация граждан. Государь запишет в дневнике. 9 января, воскресенье, в Петербурге произошли серьезные беспорядки. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Граф Сергей Юльевич Витте и великий князь Николай Николаевич понудили государя подписать 19 октября 1905 года манифест об основных правах и свободах граждан империи. Николай напишет об этом матери так. «В течение этих дней я виделся с Витте постоянно. Представлялось избрать один из двух путей. Назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу, или другой путь – предоставление гражданских прав населению. Кроме того, обязательство проводить всякий законопроект через Государственную Думу. Это, в сущности, и есть Конституция. Манифест был составлен. Мы обсуждали его 2 дня, и, наконец, помолившись, я его подписал. Господи, спаси и успокой Россию. Всем сердцем твой, Ники. Россия не успокоилась и, как позже выяснится, и не спаслась. Народ продолжал бурлить. Власти продолжали стрелять. Созвали первую Государственную Думу, затем вторую. Обе просуществовали недолго. Новую Государственную Думу избрали по закону, подготовленному Петром Аркадьевичем Столыпиным. Он просил дать ему время, чтобы довести страну до ума, чтобы провести необходимые реформы. Ему дали всего 4 года. 1 сентября 1911 в Киевском оперном театре СР Багров сделает свой роковой выстрел. Историки считают, что это была провокация,
подготовленная царской охранкой. Похороны Столыпина были многолюдны. Его вдова написала в записке на имя императора о последних словах Столыпина. Они были загадочными. Главное, чтобы было слышно слово «Финляндия». Император на похоронах не был. Император был в Севастополе на торжествах по случаю годовщины обороны города. Что это? Бездушие, душевная черствость или таково бремя верховной власти? Делать, что должно, по церемониалу и не оглядываться. Первая мировая война началась очень быстро. В несколько недель охватила полмира, три океана и длилась 4 года. Такой войны человечество еще не знало. Некоторые историки считают, что именно с нее начался 20 век. Граф Витте пишет государю незадолго до смерти, что немцы будут побиты, в этом я на минуту никогда не сомневался. Но что будет дальше? Как в воду глядел. Николай II объявил себя главнокомандующим. Не помогло. Россия терпела поражение на фронтах. Писал свои записочки семье императора и назначал министров Распутин. В Государственной Думе гремел Павел Милюков, требуя ответа на свой вопрос. Что это? Глупость или предательство? Общество, чувствуя, как шатаются основы империи, стремилась добить эту власть как можно скорее. И Николай II отрекается от престола за себя и за своего сына. Но русский император по закону не мог отречься, и тем более не мог отрекаться за сына. На следующий день отрекся и великий князь Михаил, прося всех граждан державы подчиниться временному правительству впредь до того, как созванное на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Трон Российской империи опустел. В России не стало власти. Оборвалась связь времен. Новые времена, казалось, несут свободу и счастье. Сколько энтузиазма у думских депутатов, как преисполнен осознание своей исторической роли Михаил Родзянко. Как сановит Павел Милюков, новый министр иностранных дел, который в скорости уйдет в отставку, когда станет известным содержание подписанной им ноты, в которой Россия подтверждала свое участие в войне. Ни одна политическая сила России не доверяла другой. Новый глава правительства Александр Керенский тоже не сумеет навести в стране порядок. Однако и не свято место пусто не бывает. Этот человек, Владимир Ульянов, с подручными подберет власть, оказавшуюся бесхозной, и пообещает гражданам России мир и землю, и что новое правительство, Совет народных комиссаров, есть правительство временное, вплоть до созыва учредительного собрания. Выборы в учредительное собрание эти новые люди проведут. И учредительное собрание созовут. Но матрос Железняков разгонит его на второй день работы. Вот так и пришла в Россию новая власть. Власть, основанная на лжи.